рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, папуля! Поздравляю тебя! Ура! Спасибо! Ура! За желание! Ура! Ура! Возьмите! Ой, за уши будем дергать. Можешь подергать? А ты что, одна дележка? А он спит. Слон еще, блин. Спасибо. Торт супер. И вот меру прям. Не сладкий такой, знаешь, как сказать, меру. Вулиця Авраменка, 1-3-4. У місті оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново покинути приміщення. Тетяна. Дмитрий. Ура! Папуся! Мадрид. Я вас поздравляю. Как неожиданно, да? Как неожиданно. Не ожидали, да? Не ожидал, честно, не ожидал. Приятно удивили. Я думаю, я еще говорю, давай же купим эти стулья. А ты что, правда не думал, что мы это подарим? Спасибо, ура. Приятного аппетита. Кофе с кофемашины на новых стульчиках. Поздравляю, отношения, желаю счастья в личной жизни. Спасибо, плоский ты мой. Блядь, какой твердый. Да. Ты что думал? Бетон бьет? Бился весь. Ты что, цемент ешь? Дайте ей выдохнуть, я с корабля на бал. Как неожиданно. Привет, Дед. Нет, правда неожиданно. Что ты, чевая? Нет. Привет, Леша. Определил в тот район, в котором я вчера работала. То есть я там не зря тряслась, не зря боялась. Просто вот в один момент такой оглушающий страшный звук, его даже не передать словами. И ты стоишь прикованный к земле. Вот у тебя паника, ты не знаешь, что делать. Я вот там вот стою, блин, что делать? Оно второй, и ты просто все. Вот. Ты не знаешь, что делать, ты сейчас в руках судьбы, грубо говоря, потому что шаг влево, шаг вправо, это может как-то хуже сделать. Или наоборот, ты думаешь, что нужно куда-то бежать и прятаться. Это не передать словами, как страшно. У меня потом тряслись руки так, я вот так вот даю водителю деньги, вот так вот. Самое, конечно, страшное во всем этом, что люди испугались все, а потом такие, ну да, типа мне надо на рынок поехать, я тут в маршрутке, там это, ну то есть жизнь продолжается, и люди уже как будто бы не реагируют на это. Это, ну, с одной стороны, понятно почему, так с другой стороны, страшно, что мы привыкли жить в такой реальности. Но танцы реально помогают. Пусть лучше у нас руки трусятся от кардио, чем от этого всего. Ну, это всегда происходит неожиданно.
сегодня ехала после взрыва и думала, что я заставала взрыв. Я капец. И в маршрутке, и в туалете, и дома, и ночью, и в кафе заставали, и просто на улице несколько раз, и где еще, на танцах. Я сегодня так испугалась, если оно возле раковины, папа сидел еще за столом, мы только закончили обед, он приехал пораньше. Оно как шандарахнуло, у меня все окна и двери прям одновременно бабах. Я аж подпрыгнула, у меня потерпли ноги. Знаешь, вот ночью ожидаешь, ну в такое время. И что я хочу сказать, и то, что папа рассказывал, что люди поумирали от, ну, от испуга, да. Это ну, у него были клиенты, женщина с сыном говорит, что так вот мужик тоже ночью вскочил, прилет был у нас. Он, говорит, вскочил, здоровый, все, нормальный, здоровый мужик, говорит, плюс-минус наш ровесник. Такие волосы длинные. И это самое, и все, у человека инсульт от страха. Туда-сюда полчаса человек умер. И друг, говорит, и друг. Вот так вот тоже, говорит, человек ночью, мужик вскочил ночью. Ты ж не знаешь, как у тебя организм на этот... Так болит, тут голова не мама. Как человек на это среагирует, как твой организм. Она раз ночью перепугался, второй, на третье сердце стало, в принципе. Я же говорю, бывает, поможешь, я бывает не пугаюсь, а бывает сердце, а что тут, вот, прямо вот, а что тут оно... Ну сейчас у меня вот это, я там... Сегодня тоже испугалась, и я начала метаться, что куда метаться, но раз, и через буквально еще через раз, секунд, на. Второй раз. И некуда метаться, и стоишь вот так. И что-то я сегодня такая, знаешь, говорю, слава богу, что мы это услышали, знаешь, вот. Что мы это услышали. Ну, да, в смысле, это услышали и все, а не, когда тебя не говорят, услышали не уже, да. Чтобы они все провалились, твою мать, второй раз за день, я просто не выдерживаю. Я только, да, сказала, типа, ну не сказала, что-то я подумала. Что я так подумала, прикинь? Ведьма ты! Это интуиция. Это ты... оно даже полсекунды не прошло с этой мыслью. Мама звонит. Я более-менее спокойна все время, но когда ты второй раз за день застаешь пролеты на улице, это очень приятно. Мой жопик. Ребят, вы меня простите, но я в последнее время очень часто пропускаю видео, но это только потому, что я реально, я все не успеваю, я не могу охватить просто все, это нереально. Тем более, учитывая, что моя работа и мой YouTube, что тоже является моей работой, связаны с творчеством. Все время быть вот в этом ресурсе, все время быть вдохновленным, творить и снимать тяжело. Вот, поэтому можно. Поэтому я иногда пропускаю, даже жертвую своим заработком. Я понимаю, что заработаю намного меньше, что где-то буду ужиматься, но я не могу себя заставлять, когда оно не идет. Не могу себя заставлять, когда вот видео ни о чем, просто растянуть его, чтобы выложить. Я лучше пережду, да сниму попозже, чтобы потом вам что-то показать. Вот, поэтому пропуски — это как бы для меня сейчас что-то необходимое. Плюс я плохо себя чувствовала несколько дней. Сейчас у меня вообще обострился тонзиллит. О, все до кучи. Горло болит, и я так себя чувствую. Вообще ничего не хочется, если честно. Но надо делать. Надо делать, и все будет. Какие мой кошак. Не любит целоваться? Страшно. Да, сегодня был стрёмный день, и я сейчас опять прочитала про движение C300. Уже не знаю, с чего больше бояться, C300 или Искандер. И мы заметили такую тенденцию, да, что начали обстреливать днем с этими Искандерами. Такого раньше не было. И это, конечно же, страшно. Но ты ничего не можешь с этим сделать. Ты живешь. И я снова сегодня подумала о том, какой же кошмар оказаться в такой реальности. И жить в военное время, во время полномасштабной войны, это просто жесть. Но тем не менее, никуда не хочется уезжать из своего дома. Я люблю наши домики, люблю наши кофейни, люблю наших людей, улицы и вообще все, что здесь есть. Я очень сильно люблю и ценю, я не хочу это бросать вообще просто. Если мне когда-то придется, это будет реально очень тяжело.
Потому что мы уже пробовали, и я помню, как меня тянуло обратно. Я 2 недели не могла высидеть там, в той стороне страны, вообще в космосе. Хотя спасибо людям, все, но я не могла. Для меня это было слишком тяжело. Я хотела сюда. Здесь мое убежище. Здесь мое убежище. Да что ж такое вечно стукает, когда мы разговариваем? Что за барабашка? А ну не проверь. Иди, давай на разведку. Нет, не надо облизывать мой арбуз. Все время эта кошка хочет что-то облизать из моей еды. Ребят, спасибо за то, что вы со мной, за то, что смотрите, несмотря ни на что, за то, что пишете в Инстаграм. Я очень извиняюсь за то, что долго отвечаю. В этот раз, наверное, просто рекорд. Но я не успеваю, я не могу. А когда у меня уже появляется свободное время, я не могу себя просто заставить зайти в эти сообщения, потому что я хочу отдохнуть от соцсетей. Они очень сильно меня выматывают. Они просто тебя выжимают как губку. Вот именно соцсети. Это прям такая, знаете, вещь, которую не объяснить и не передать, если ты в этом не крутишься. Поэтому мне иногда просто хочется отдохнуть. Просто повтыкать в тупую в телевизор, в мир наизнанку. Всем пока. Обязательно берегите себя, ребят. Увидимся уже скоро. Да, надеюсь.